Укладка нового полотна ведется по центру проезжей части. Автомобили и общественный транспорт, в частности троллейбусы, проезжают по крайним полосам. Одновременно работают три асфальтоукладчика, плюс сопутствующая техника и несколько десятков человек. Поскольку это основная дорога, связывающая центр Челябинска и ЧМЗ, пробок избежать не удастся. В утренний час пик затруднено движение в сторону Комсомольского проспекта, в вечерний – в противоположную, то есть в Металлургический район. Автомобилистов просят набраться терпения. Если не будет дождя, дорожники обещают уложиться с ремонтом в 10 дней, два из которых уже прошло.